Приветствую каждого зрителя на своем канале, меня зовут Юлиана. Положите дома этот предмет, будет мощная защита от нехороших событий в нем. В сегодняшнем видео вы все узнаете. В дни уходящей луны проводятся самые сильные обряды на защиту своего дома от всего, что несет негатив. В эти дни предлагаю вам сделать талисман для своего дома, защищающий вас и вашу семью от нехороших событий, которые могут происходить в нем, от краж, незваных гостей, конфликтов, болезней и нужды. В эти дни нужно зайти в хозяйственный магазин и купить маленький навесной замочек с ключом. Расплатитесь за него наличными и обязательно оставьте продавцу замка немного сдачи от покупки, хотя бы несколько монет. Принеся замок в дом, положите его на стол в открытом виде. Потом возьмите ключ в руку и закройте замок, произнося особенные слова заговора. Слова идут такие: «Замок запираю, от недоброго свой дом закрываю, чтоб всеми святыми он охранялся. От воровства и беды защитой дома служи, покой и гармонию в его стенах храни». Сказать нужно 3 раза. Закрытый замок нужно положить в зоне прихожей и хранить там все время. А ключик от замка нужно в этот же день выбросить подальше от дома. Желательно бросить в воду, в реку или на дно водоема, в пруд. Если такой возможности нету, то ключ обязательно нужно закопать. И вот, сделав такой талисман, ваш дом будет находиться под пристальным вниманием и надежной защитой высших небесных сил. Если вдруг вы случайно выбросили замок, либо кто-то из ваших близких выкинул такой замок, то обязательно нужно купить новый и повторить данную практику.